О. What's up, guys? С вами MLG и Милка, и мы продолжаем играть на сам сервере All Star. Это третья серия со сходочкой. Да вот, ладно. Как-то так. Сейчас нас должны принять в Grow Street. Мы все получили водительское удостоверение. Красавцы. Вот. Купили права, короче. Только, к сожалению, нельзя почему-то использовать оружие на первом левеле. Блин, и а какой у нас левел, как немножко узнать? Поиграть, чтобы настигнуть Санек, второй как уровень. Узнать, какой у нас левел? Да, кстати, как узнать Вован? Так, свои ID по очереди скажите. 39, какой там? 32? 39. И 18. О, ты через забор и лажу, как трушно. 18 не забудь. Не забыл 18, Ты уже написал, а уже? 13. А сейчас? 13. Мы уже приехали? 13. А ну, черная, давай вместе, уже короче, приехали? С тачки прыгнем. 13. Черная. Видите, я трушная не грила, я как обезьяна прыгаю по тачкам. Короче, 13. Давай на счет 3 вместе, короче, бежим с тачки и прыгаем. Давайте, короче, пацаны, смотрите, какая комба. Смотрите. Стоим здесь. Короче, напрыгиваем на тачку, перепрыгиваем с нее, цепляемся за забор и перелазим на ту сторону. Смотрите, комба какая. Смотрите. Понял, давай. А, я из-за вас спал. Ах, вы нигеры. Ай, блин. Короче, смотрите. Надо немножко прометагеймить. Сейчас подтолкнем. О, давай, пробуй. Вы вообще что? Смотри, опа. Где теперь черная баба будет прыгать? Я не пойму. А ну-ка, опа. Подруги молчат, стоять, тихо. Чья? На тебе с колена урыло. Димка, ты сел? Чик-чирик. Чего у вас происходит? Стойте тут. Так, угнал. Сейчас иду. Короче, бери вы. Че, типа как Белоснежки? Я и мой черный поводырь пришли к вам. Пакетик. Ого, пакетик. Что за пакетик? А как ты думаешь, какой пакетик могут передать черному парню? И напиши, короче, районе груз. Ты как-то смотришь, влюблен, что ли? Дракс, как? Пойму. О, тихо, парни. Адекватно ведите, потому что это, я так понял, лидер. Где? Ты чё, ну, Мэтью Франклин или нет? Подожди. А какой тип? Один. Команду Use the Drugs или... Use the Drugs 5-3. А, 5-3. Стой. Мэтью. Ого. Сопли вытер, взял. Ого, пацаны. Сейчас и решим. Он чё, охуел? Ооо, битка. Белоснежки. Не, я сейчас его задаю, мне похуй. Да подожди. Нет, бляха, муха, чё за фигня? Ага. Белоснежки тут офигели чё-то. Короче, лидер сказал то, что примет, а сам ушел. Серва. И, короче, сказал то, что еще один чувак. Сука, должен... считай до трех. Три вот нахуй. 28. 59. В атаку. Пацаны, он вам ничего не говорит. За братуху отвечай. Эй, сука! За брату порежь. Пидорас, блядь! Черт. Ау. А чё он ваншотит? О. Братву расстрелял. Печаль. Хос, вы потеряли, так, ждите медика, а, ведите в хоспитал, ну окей, давай в хоспитал. Там вашу кузы подождать. Один против пятерых пошел, его забанить должны. А я понял, типа на крысу, короче, к нему подлезался. Правда, я ему одну тычку дал, но он не заметил. Я ему бороду разочек дал. Мне понравилось. Ладно, парни, я пошел. Чего? Да я где-то минут через 20 подойду. Ого. Ого. Типа бомбануло, что тебя слили, да? Да, капец, ваншот. А ладно, не бомби ты, чё.
Ладно тебе. А где вы все делись, пацаны? Господи. Мы... Все, короче, пока. Блин, ну давай. Ну давай, изи хайль. Ой, а что это? Что это здесь так? Не понял. А я могу съесть? Стой, да стой, тут текстуры нет. Есть текстура. Смотри, ой. Подождите, я ж... Пацаны, я, короче, в текстурах бегаю. Нифига. Тут в больнице текстуры нет. О, пацаны, давайте я к вам приеду на тачке, короче. Ну давай. Так, не грила, не лази под ногами. Так, а что-то у нас Пол Браун тут лежит на земле. Вставай. Или рестлись в больнице, я вас поеду заберу. Так, короче, не судьба нам сегодня. Эй, пацаны, он меня... Димон, ты в текстуре по-прежнему летишь? Да, я написал администрации. Пацаны, он меня вы... Он украл нашу тачку. Подожди, тач. Так, ну вроде бы интерьер неплохой. Так, сейчас побегаем. Это мой тачка. Это мой тачка. Он меня стреляет. Да пошел ты в жопу, урод. Расист хренов. Он тоже как бы черный. Все, пошел нафиг, блин, слышишь? Все, меня бучек, понял, как перееду его, скотин. Переехать его, пацаны? Здорово, чтобы думаете? Выйти из больницы. Так я и так полностью здоров. Пацаны, может переехать его нахрен? Отлично. Подожди, подожди, подожди. Нинг, он вообще какой-то неадекватный вот, пацан. Если я его перееду, он меня не забанит? Да подожди, не надо, это крыса еще там. Ладно, хорошо, я тут подрифтил немного, как трушная подожди, черная баба. И еду в больничку за вами. Здесь ключи, да, нужны для каждого транспортного средства? Не, ну у меня, ну на этой тачке, на которой вы ехали, я на ней сейчас еду без ключей. А я ищите юзы друг с 5-3. Я трутаджик. 5. Ну-ка. Да блин, у вас нет ключей от этого транспортного средства. Пацаны, я еду к вам в больничку, ёпта. Давай, давай. Ай, ай, я еще на старую память, кстати, я уже не играл. О, я упал, где текстурка? В больнице? Да. Я в самп не играл, пацаны, чтобы вы все понимали, уже, наверное, лет... Ну, очень много. Последний раз, когда я играл, это было где-то полгода назад. И то, как бы, поиграл, что я поиграл где-то полчаса-час от силы. Так ты ж видос записывал. Ну да, я говорю, что это был последний раз, а перед этим я играл лет 5 назад или 6. О, я как? Я перед больницей, пацаны. Чуваки, я тут, короче... Текстура упала, так, Димон... Димон, я упал в текстуру и, короче, появился сверху текстуры, и я... О, Санек, прыгай ко мне. Ну, Димон тоже провалился в текстуру. Димон, ты здесь? Да G нажми просто, да залази ко мне. Димон. Ага. А, он, походу, вышел. Санек, нажми G и залезай ко мне в салон. У меня так свежее. Любишь дышать выхлопными газами, да? О! Опа. А где моя тачка? Ага, какой гребаный расист украл у черной бабы тачку? Испарилась. Не, в натуре. А, в таких случаях надо писать до. Ре, ми, фа, соль, а, си. Так, до. Я тоже так считаю. Машина. Не, машину. Не, прилетел. Прилетел Хинкок. Хинкок. И унес машину. Так, Юлик, ты где? Да вот я. Где? Приседаю. Что а, видишь? У меня украли, так ты кричишь. Нига, нига. Нига гейнста щит. Нига гейнста, гига гейнста, гига гейнста. Не, ни хрена она не открывает. Вау, а почему, смотри, он в твою тачку сел с первого раза, то есть ему не потребовались ключи, не понадобились, а ой, в остальные... Машина, закрыта. Машина открыта. Ага. А куда она делась? О! Огонь. Не, Сан Саныч, сорян. Не, не то. Нет ключей, да? Может, на скутере можно? Да, блин. Подождите, стойте, у меня тут машина стоит, я еду. Так, а ты ее забрал у меня? Нет. Ты че? Она спавнится. У меня грубо встала машина. Что у меня нету ключей. Санек, давай разобьем нахрен эту тачку. О, о, Вован приехал. Она не бьется. Ой, негрилы. Черная негритоска садится назад. А, то есть тут, получается, надо 4 часа, да? До второго уровня отыграть. Да. Значит, один ПД мы получили. Ой, 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 ой. Что-то... Тут, короче, знаете, что можно? Когда, короче, в АФК встал, а ПД идет. А, тоже такое действие, что ли? Да, но, короче, тут не больше 2 часов. Пацаны, а где можно ХПшка взять? То у меня что-то... Я тебе говорю, напиши вот эту команду. Какую?
Ты еще врежешься! А-а-а! Use drugs. Ого, использовать наркотики. Ну ладно. Пять три? Да. У вас такого количества марихуаны. Окей. Всё. У вас такого количества марихуаны. 5-1. Ой-ой-ой, что это было? Что это было? С тачки выбросило все. Подожди. Я на пассажирское сел. Три. Чё там один? Три. 50. О. Садись, она. Напиши. Я в север нашел пароль, нужно вводить или просто подключиться? Есть, огонь, закурил косяк. Ввести email, пароль. Ого, ты email можно не подключать. Пацаны, ого. Ничего себе, огонь. Штырит? Ого. Ого, нифига себе, ого. Денчик. Ё-моё, ого. Нихрена себе, ого. Йоу! Ёшкин кот! Пацаны, а где тут тип? Чё здесь происходит? Нихрена себе! А всех так плющ, так меня. Меня тоже. Огонь! О, опять это Мэтью. Вот бы чё попуститься. То здесь все зелёные, ё-моё. А какой вообще здесь эффект от наркотики? Кто такой Джон Адрин? Админ, походу. Ништяк. Блин, сейчас пацаны, в натуре не попускают до сих пор. А, не, Эндрю Иванов. Это Адрин. А, это же... Адрин. Йоу, бро. Подожди, стой, тихо. Пацаны, стой. Он хочет разборки. Ты что, расист? Да успокойся, подожди. Этот прибежит, негр тупой. Братан, возьмите. Не-не-не. Подожди. А какой у тебя ранг, Вов? Первый. Да. А, первый. Да, мне с этим хорошо. У меня для него вопрос есть, пацаны. Сейчас будет для него подстава. Фу, как меня бесит этот. Кто-кто? Мэтью Франклин этот, ЧП? Да. Пацаны, меня до сих пор колбасит. Тебя сейчас отпустят. Еще через 2 минуты. БК, ну стой. Что это за БК? Это предъява? Нон РП. Ну как бы БК. Что такое БК? Баскетбольный клуб. Баскетбольный клуб? А что вы? Нет, ну как бы БК. Мед, это знаете, чувак Мед обратился? Мэтью этот, Франклин? Да. По РПО у вас БК. Да. Негр. И убала. Нига. Да, негр. Ты предъява, что ли? Да подожди, не капси. Я сейчас, короче, предлагаю эту серию закончить. Ну, по времени. Короче, ладно, это шлак какой-то. Идем отсюда. И пойти на ДМ сервер. О, наконец-то меня отпустило. О, огонь. Молодой. Так, ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Да. Вот. Серия была очень даже познавательная, забавненькая. Мы надеемся, что вам понравилось. И вы должны просто обязаны поставить огромный палец вверх, а то у вас не вырастет писька. Да. И вот подписаться так на канал, если вы еще этого не сделали. Понятное дело, это вообще не вопрос. Всем до скорых встреч, ребят. Всего хорошего. А всем пока.